Очередную встречу с избирателями провел кандидат в президенты страны от Коммунистической народной партии Казахстана Тургын Сыздыков. Встретился с жителями села Астрахан Акмолинской области. Он рассказал сельчанам о своей предвыборной платформе и ответил на интересующих вопросы. В начале своего выступления кандидат от КНПК высказал приверженность идеалам и принципам коммунистической партии, которые основаны на последовательном научном мировоззрении марксизма-ленинизма. Сегодня, отметил Тургын Сыздыков, как никогда важны такие общечеловеческие ценности, как мир, дружба и интернационализм. Глубокому осознанию необходимости продвижения высоких идеалов созидания и толерантности, считает коммунист, приходят во всем мире. Люди понимают, единственный универсальный рецепт – это мирное сотрудничество всех стран во имя мира на земле, сказал кандидат от Компартии. Историческое гостеприимство, благожелательность, семейные ценности и уважение к старшим дают прекрасные всходы. Все это наполняет важным содержанием атмосферу доверия и созидания, сложившуюся на нашей земле. Поэтому сегодня стабильность и процветание приобретают все более глубокий смысл и содержание. Тургын Сыздыков напомнил собравшимся о моральном кодексе строителя коммунизма. Он четко предписывает норму поведения, образ жизни и взгляды. Коммунист, считает кандидат от КНПК, должен проявлять заботу не только о собственном благе, но и думать о товарищах, всегда быть готовым прийти на помощь, ставить интересы коллектива выше личных. Также, по словам Сыздыкова, преданный член Компартии не должен поддаваться соблазнам западного общества, пропагандирующим праздность, пустые развлечения, стремление к богатству. Богатству любыми путями. В нашем штабе 5 доверенных лиц, около 30 активистов обкома и волонтеров, которые помимо повседневной партийной деятельности занимаются в том числе и агитационной работой, которая заключает в распространении агитационной печатной продукции, организации встреч с населением, по квартирным обходам избирателей. Рассказав сельчанам о своей предвыборной платформе, Тургын Сыздыков ответил на интересующие избирателей вопросы, а также проинформировал их о дальнейшей работе своего предвыборного штаба. Гульназ Мустафа, телеканал ЖТСУ, по материалам агентства «Хабар».